На грузовой полосе «Зимника» через оперу Николу Пашева увеличен тоннаж. Изменения произошли еще на прошлой неделе. По нижней полосе разрешен проезд большегрузом, общая масса которых не превышает 20 тонн. По словам работников северного филиала областного ДРСУ, в конце текущей недели на ледовой дороге ожидается очередное повышение предельной нагрузки, предположительно до 25 тонн. На двух соседних ледовых полосах, предназначенных для проезда легкового транспорта, установлены знаки 10 тонн. На автозимниках «Тогур-Рейд» и «Тогур-Копыловка» грузоподъемность по-прежнему составляет 15 тонн.